Здравствуйте, мы снова в эфире и представляем обзор зоны KZ, в котором расскажем о самых интересных и обсуждаемых событиях недели, отмеченных в казахстанских телеграм и ютуб каналах. Год новый, а проблемы старые, поэтому тем для обсуждений в казахстанских телеграм-каналах предостаточно. Отдохнув, авторы телег с новой силой загрузились темами и спорами. Копья ломают, комментируя декларирование индивидуальных предпринимателей. Какими будут цены на нефть? Почему правительство отказалось от регулирования цен на социально значимые продукты? А в ЦОНах в связи с нефтяными начислениями из баз данных родителей исчезают имена детей, а у других, напротив, появляются чужие. Опять санкционный скандал. СМИ сообщают, что российский олигарх Олег Дерибаска, который находится в санкционных списках, купил за 36 миллионов долларов самолет Falcon 7X, выпущенный в 2016 году через Казахстан. Но в Министерстве транспорта Казахстана назвали эту информацию несоответствующей действительности. 7 января в Атырау прошла забастовка нефтяников. В Макатском районе бастовали рабочие BBJ Group с месторождения Кашаган. Они требовали повышения зарплаты, но получили отказ и разошлись. Телеграммеры сообщают, что завершено расследование уголовного дела о зверском убийстве Салтанат Нукеновой экс-министром экономики Бишимбаевым. Перед судом предстанет и брат подозреваемого. Пока неизвестно, будет ли суд открытым для журналистов. На просторах телеграм-каналов продолжают широко обсуждать программное интервью президента Касым-Жомарта Токаева и новый фильм о Кантаре, увидевший свет в канун второй годовщины трагических событий. 5 января 2022 года. Касым-Жомарт Токаев отправляет в отставку правительство и поручает начать расследование причин и обстоятельств беспорядков. А в Актау экологи бьют тревогу. Там беспрецедентный случай. На озере Караколь, начиная с 21 декабря, погибло уже более 600 молодых лебедей-шипунов. Разбираться в экологическом ЧП будут орнитологи Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана. В телеграм-каналах причины гибели лебедей ищут в новых американских биолабораториях. Но новогодние праздники продолжаются, и мы немного разрядим обстановку. И начнем со сказок. Телеграм-канал «Злобная Татешка» рассказывает, как скандально известный ректор Академии спорта и туризма Кайрат Закирьянов вновь заявил, на территории Алматы в древности располагался Эдемский сад. Что там в Академии спорта курят, мы не знаем, но ректор уверен, что первые люди, Адам и Ева, появились именно в южной столице, поскольку Алматы является прародительницей яблонь, сообщает телеграм-канал. Но это не все. По гипотезе Закирьянова, когда Бог создавал мужчину и женщину, то он говорил на казахском языке. И действительно, если апостолов Христа, Петра и Павла Бог наделил даром говорить на всех языках мира, то почему бы Творцу и самому не заговорить на казахском? По-казахски «яблоко» означает «алма». Всевышний указал Адаму и Еве на яблоню и сказал «алма», что означает «не бери». Кроме того, слово «адам» означает по-казахски «человек», серьезно заявил ректор Академии спорта. В течение 6 дней Бог сотворил вот все это, то, что нас окружает, в том числе деревья, значит, и человека. Британские ученые, ученые Оксфордского университета, они доказали, что первая яблоня на планете Земля выросла в окрестностях города Алматы. Теперь скажите, по-казахски яблоко как? Алма. А у этого яблока алма, если говорить глагол, какое значение? Не трогай, не бери. Вот когда Всевышний показал на яблоню, и Адаму Еве сказал алма, это означает не трогай, не бери. Но они этот запретный плод сорвали, помните, да? Телеграммеры узнали, что и шымкентцев потянуло на исследование библейских историй, но исключительно в туристических целях. По мнению авторов телеграм-канала, они давно не сомневаются в том, что Ноев ковчег после всемирного потопа остановился вовсе не на армянских холмах горы Арарат, а на горе Козыгурт. Кто не знает, это всего в 40 километрах от Шымкента. Авторы заверяют, что некоторые предприимчивые дельцы на этой легенде неплохо зарабатывают деньги, показывают доверчивым туристам деревянные обломки древнего ковчега. А вот совсем не райской выглядит посленовогодняя деятельность известных общественных фигур Ертысбаева и Перуашева. Лидеры партий обвинили друг друга в попытке госпереворота, сообщает телеграм-канал.
Глава партии так называемых «красных кулаков», в прошлом советник Назарбаева и бывший министр информации Ермухамед Ертызбаев, после новогодних праздников разразился тирадой в адрес акжоловца Азата Перуашева. Как пишут телеграммеры, Ертызбаев в последнее время стал звездой Ютуба. Каждый день выдает на гора интервью, мемуары, чаще с самим собой. Так вот, канал сообщает, что Перуашев обвинил НПК в том, что партия некоммунистов может быть причастна к кантарским событиям января 2022 года из-за того, что его членами являются бывшие сотрудники КНБ. Цитируем. «Подготовка к госперевороту началась с ребрендинга КНПК и создания движения «Уран». Так может, начало подготовки переворота правильнее считать от этой даты?» – заявил акжоловец в соцсети. Это заявление разозлило Ертызбаева, пишут авторы телеграм-канала. И он тут же выступил с опровержением. Мол, он давно избавился от отставных сотрудников спецслужб. А следом ответил Перуашеву в стиле «сам дурак». А я думаю, что подготовка к госперевороту началась гораздо раньше. Еще четверть века назад, когда сотрудник АП Азат Перуашев неожиданно возглавил гражданскую партию, истинным хозяином которой был олигарх-миллиардер Машкевич. «Наша партия народная не на словах, а на деле», – оскорбился в Ютубе Ертызбаев. Злобная татешка потирает руки. Главная буфонада партийных агашек еще впереди. К слову, этот телеграм-канал предсказывал, что зима в Акурде может оказаться политически тяжелой, а в правительстве ожидается большая кадровая чистка. Как сообщили источники телеграммеров из курилки администрации президента, многие чиновники встречали Новый год в Астане в ожидании смены правительства. Отставка Кабмина планировалась еще в сентябре 2023 года. Возможно, в новогодние дни состоится расширенное заседание правительства с участием главы государства. По слухам, он недоволен работой министров, многие из которых погрязли в информационных скандалах. «Все в нервозном ожидании публичного разбора полетов», — сказал источник телеграммерам. В курилке АП прогнозируют, что корпус агашек будет заменен молодыми, не испорченными кадрами из так называемого корпуса «Б», который в народе давно уже окрестили корпусом братишек. Но агашек совсем не высадят с карьерного поезда, скорее потеснят. В своих предновогодних обзорах мы рассказывали о телеграм-каналах, которые сообщали о баснословных суммах, выделенных из бюджета на украшение двух столиц к празднованию Нового года. Телеграммеры тему не оставили, и пока народ палил из петард и салютовал Новому году, к примеру, телеграм-канал «Про тенге» внимательно осмотрел микрорайоны Алматы, которые обещали сделать сказкой. Акимат Алматы выделил на украшение города к Новому году довольно большую сумму – более 735 миллионов тенге, сообщают телеграммеры. Как выяснили авторы, на каждый из районов южной столицы был разыгран отдельный тендер на работы на сумму не менее 65 миллионов тенге. В этот бюджет входили установка в каждом районе по одной праздничной 10-метровой елке. Ее должны были украсить гирляндами и игрушками. Также в проектах установка от 7 до 30 малых архитектурных форм и арочные светящиеся группы, тематическое освещение из световых гирлянд, а в некоторых районах должны были отдельно оформить еще и фасады административных зданий. Отдельный конкурс был разыгран на оформление площади имени Абая. Оно обошлось в 66 миллионов тенге. Там установили главную городскую елку. На тематическое оформление световыми элементами и конструкциями выделили еще 65 миллионов тенге, а на реставрацию малых архитектурных форм 46 миллионов. Друзья, посмотрите, как у нас бассейн на Абая светится, прям к Новому году просто готов. Суперски сделано. И это улица Абая, где нет ничего такого, чтобы связывало что-то с Новым годом. Какого-то оформления красивого. Пусто просто, вся Абая пустая у нас. Журналисты отмечают, что Алматы ежегодно попадает в топы по выделению средств на новогоднее оформление города. При этом сами затраты ежегодно растут. Телеграм-канал публикует такие цифры. В 2020 году на украшение южной столицы потратили 359,5 миллионов тенге, а в 2022 году почти 600 миллионов. Исключение составил 2021 пандемийный год – 224 миллиона. Тендеры выиграли 4 компании, которые разделили новогодние заказы на оформление города. Телеграм-канал показал, что в итоге получилось. А комментаторы подтвердили, новогодняя сказка не появилась и в других микрорайонах Алматы.
Наурызбайский район. Кроме елки около Акимата и нескольких контуров, фигурок в виде новогодних коробок и светящейся ленты на Шаляпина Яссауи, больше ничего от Акимата мне не встречалось, написал один из подписчиков телеграм-канала. Известный экономист Мурат Темирханов утверждает, что почти половина бюджета Казахстана расходуется бесконтрольно. «Никаких фондов не должно быть», — сказал он журналистам телеграм-канала «Выход к правде». Телеграммеры напомнили, какие надежды возлагали в Казахстане на новый бюджетный кодекс. Но в конце 2023 года в Министерстве национальной экономики представили новую версию проекта, которую депутаты Мажилиса утвердили в первом чтении. Ситуация на грани скандальной, потому что практически ничего из того, что советовали и говорили эксперты, в новой версии документа не учли. Вот как это прокомментировал телеграм-каналу Мурат Темирханов. Цитируем. В соответствии с лучшей мировой практикой, республиканский бюджет в Казахстане должен включать в себя абсолютно все финансы, которыми управляет правительство. Не должно быть никаких государственных внебюджетных фондов. Например, фонд социального страхования и фонд медицинского страхования не включены в республиканский бюджет, в то время как в них накапливаются значительные суммы денег. Национальный фонд также не входит в республиканский бюджет и фактически находится вне контроля парламента. «Я считаю, что это главный недостаток нашей бюджетной системы», — сказал он. От себя добавим, что как эксперт Темирханов участвовал в рабочей группе Мажилиса по обсуждению нового бюджетного кодекса. Эксперты четко заявили, что принципы и ключевые положения старого и нового кодексов не соответствуют принципам Организации экономического сотрудничества и развития и Международного валютного фонда. Он сообщил СМИ, что авторитетные организации уже давали правительству Казахстана рекомендации по построению правильной бюджетной системы в стране, но самые главные из этих предложений так и не были внедрены. Цитируем эксперта. Теперь мы видим злоупотребление этими правилами. Например, дополнительно 1,3 триллиона тенге было выделено из нацфонда для покупки акций Казмунайгаза, что полностью противоречит разумной бюджетной политике. На сегодня по нацфонду парламент оказался в стороне, и теперь не ясно, что произойдет с ним в будущем. Вполне возможно, что правительство снова будет злоупотреблять внебюджетным использованием нацфонда. Редакция авторского телеграм-канала журналиста-исследователя Дмитрия Шишкина «Шишкин Лайк» приоткрывает тайну вокруг владельцев алматинского аэропорта. В истории смешались наркотики, запрещенные организации и сын Карима Масимова. Есть такая сложная фигура высшего пилотажа – Кобра Пугачева. Ее маневры позволяют пилотам уходить от радаров и самонаводящихся ракет. Примерно в таком же полете, в кавычках, сейчас находится вопрос о собственниках алматинского аэропорта. На первый взгляд разобраться в этом вопросе кажется сложно, но журналистам этого телеграм-канала кое-что удалось раскопать. Сообщение в казахстанских СМИ 5 января о задержании зама руководителя управления международного аэропорта Алматы, гражданина Турции Уфу Касерта, наделало много шума. Но тут же было опровергнуто пресс-службой аэропорта, сообщает телеграм-канал. Телеграммеры цитируют журналиста Михаила Казачкова, который в своем телеграм-канале распространил информацию о том, что в аэропорту задержали не одного, а двух сотрудников по подозрению в употреблении и хранении синтетических наркотиков. Якобы они связаны непосредственно с двумя вице-президентами аэропорта – Едкином Четином и Фатихом Амюром, которые уже оставили свои должности и уехали из Казахстана. И еще одна ссылка телеграммеров на журналиста Дениса Кривошеева. Он сообщает, что ранее публиковал документы о якобы причастности Уфу Касерта к организации ФЕТО. Это запрещенная и объявленная террористической в Турции организация Фетхуллаха Гюлена. Цитируем телеграм-канал «Шишкин Лайк». В соцсетях упорно приписывают алматинский аэропорт турецким бизнесменам ТО ТАВ Казахстан. Но на самом деле они там всего лишь номиналы. Настоящий собственник, который фактически владеет, пользуется и распоряжается воздушной гаванью от имени ТАВ Казахстан, зарегистрирован в Нидерландах. Это Almaty Airport Investments Holding BV. Но эта компания поделена между двумя владельцами из Нидерландов. Компанией Aviator Netherlands NV, ей принадлежит 85% акций, и KIF Warehouse Cooperative UA, у нее 15%. Далее сложнее. Не вдаваясь в подробности структуры первой компании, скажем, утверждение, что алматинский аэропорт купил турецкий холдинг, тоже подвергается сомнению.
Как сообщают авторы расследования, 44% акций компании находятся в свободном обращении, а еще 46% принадлежат Aéroports de Paris Group. Это наполовину государственная французская компания. А головной организацией второго соучредителя KIF Warehouse Cooperative UA является Kazakhstan Infrastructure Fund CV. Это актив АО «Казана Капитал Менеджмент», дочка акционерного общества «Нух Байтерек» и зарегистрированной на Каймановых островах компании по управлению активами «Верно Пей Еврейша GP Limited». Государство хоть и владеет львиной долей KIF, но в принятии решений по его инвестиционной деятельности не участвует. Управляющая компания тут VPE, а основателем материнской для VPE компании Verna Capital является российский финансист с британским гражданством Дмитрий Крюков. Далее телеграммы рассылаются на Forbes.kz, который утверждает, что соучредителем VPE является Госфонд Объединенных Арабских Эмиратов Мубадала. По крайней мере, он осуществляет значительный контроль над британским отделением VPE с 2020 года. Спросите, а при чем тут сын Карима Масимова Искандер? Вот как раз в фонде Мубадала на центральноазиатском направлении и работает Искандер Карим, сын осужденного за госизмену бывшего премьер-министра, а затем и главы КНБ Карима Масимова. Цитируем телеграм-канал. Мы уже писали подробно о бизнесе членов семьи Карима Масимова. 33-летний Искандер Карим уже 6 лет работает в Мубадала. Это государственная холдинговая компания в Объединенных Арабских Эмиратах, которая уже фигурировала в материале о собственниках Алматинского аэропорта. И именно она является одним из конечных бенефициаров Алматинского аэропорта. Такая вот разворачивается занимательная история с важным стратегическим объектом в южной столице. История, которая, конечно, требует более подробного разъяснения уже со стороны госорганов. Экономист и эксперт нефтегазовой сферы Олжас Байдельдинов в своем телеграм-канале говорит о новой реальности для казахстанских олигархов и чиновников. 2024 год он называет временем информационных атак, а также заявляет: «Жирные годы для Казахстана закончились. Парламент должен объявить вотум недоверия правительству». Да и в целом год начался с большого количества шокирующих прогнозов. Эксперт заявил, что анонимным телеграм-каналам стали доверять больше, чем сообщениям госорганов, и этот процесс нужно как-то остановить. Он выступил с критикой ряда телеграм-каналов, которые дезинформируют читателей. Явно дезинформирующие посты Нурсултанского Соловья вкупе с атаками на казахстанские СМИ и аккаунты ломов, людей, обладающих экспертным мнением, говорят о том, что 2024 – это год информационных атак и формирования определенного общественного мнения об олигархах, чиновниках, событиях и политической ситуации в целом, пишет экономист. К примеру, 31 декабря Нурсултанский Соловей сообщил, что новогоднее обращение президента Токаева будет схожим с обращением Ельцина в 1999 году. А 29 декабря там же опубликовали пост о том, что глава государства обратится к народу с программной статьей в госсми сразу после празднования Нового года. Но в новогоднем поздравлении сенсаций не оказалось, пишет телеграммер. Следом телеграм-канал «Чемодан госсекретов» сообщил, что по данным источников в газете «Егемен Казахстан» выйдет обширное интервью президента. И только потом официально сообщили об интервью Касым-Жомарта Токаева. «Что дальше?» – спрашивает автор телеграм-канала. Будут сливать официальные тексты до их публикации, как это делают с популярными сериалами? Сливы и утечки нужно прекращать, призывает экономист. Ситуация, когда важные госрешения, назначения или события становятся известны до их официального озвучивания, стала обыденной, а это неправильно. Это ставит под сомнение возможность чиновников работать над одной целью, предупреждает Байдельдинов. Цитируем автора. Новая реальность, на мой взгляд, заключается в формировании общественного мнения и противостоянии информационным атакам. Госкомпании и их руководители абсолютно не реагируют на выпады псевдооппозиционеров. Чиновники не привыкли комментировать анонимки от расплодившихся телеграм-каналов. А крупные бизнесмены, кажется, только начали осознавать это новое время и влияние потоков информации. Эксперт также убежден, что парламенту пора объявить вотум недоверия правительству, рост дефицита бюджета, новые схемы изъятия денег из нацфонда, непрозрачная сделка с ArcelorMittal Темиртау и 1,5 триллиона пенсионных денег должны быть в фокусе внимания депутатов, пишет он. Непрозрачные сделки по акциям Казмунайгаза, никому непонятная сделка по покупке АМТ Андреем Лаврентьевым, нервозный отопительный сезон и рост дефицита бюджета,
Почему эти события не нашли своего отражения в депутатском корпусе? Хотя это полный букет для начала процедуры вотума недоверия, заявляет телеграммер. И опять же, Нурсултанский Соловей уже озвучил, что в коридорах Ак-Орды принято решение об отставке правительства во второй половине 2024 года. Понятно, что для отставки нужно, чтобы закончился отопительный сезон. Но то, что происходит в конце года, у экономиста вызывает удивление, недовольство и непонимание, почему молчат депутаты. И еще о прогнозах. Судя по изъятиям из нацфонда, можно сделать вывод, что жирные годы для Казахстана уже закончились, пишет автор. Ряд телеграм-каналов опубликовали инсайды или прогнозы о референдуме в 2025 году об обнулении срока полномочий президента страны. Очевидно, что вслед за этим могут пройти и досрочные выборы в Мажилис, рассуждает эксперт. К шокирующим прогнозам Байдельдинов добавляет и 50% обновление рейтинга Forbes KZ к 2030 году самых богатых и самых влиятельных людей Казахстана, а также отказ от регулирования цен на социально значимые продовольственные товары и плохая информационная подготовка к этим событиям. Забылись и планы создания единого рынка нефти, нефтепродуктов и газа к 2025 году в рамках ЕАЭС. Очевидно, что и антироссийская санкционная истерия затруднит торговлю энергетическими товарами на площадке Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи за российские рубли или национальные валюты стран ЕАЭС. А после 2030-х Казахстан войдет в фазу снижения добычи нефти при одновременном росте населения. Различные деятели и СМИ уже перехватили депутатскую инициативу по многим ключевым вопросам. Это плохо с точки зрения будущих политических процессов. Объявление вотума недоверия правительству до того, как это станет мейнстримом, могло бы вернуть мяч на сторону парламента. Это тоже новая информационная реальность Казахстана, заключает эксперт. Это был еженедельный видеообзор зоны KZ самых популярных казахстанских телеграм и YouTube каналов, подготовленный журналистом Аллой Злобиной. А с вами был я, Илья Самохвалов. Всего вам доброго.